сегодня в Вестнике Северодвинска. На Юрии Долгоруком подняли флаг. В состав флота принял лично министр обороны. Цена на тепло останется прежней. ТГК-2 обещает сдерживать рост тарифов. Еда на стол, мусор под окно. Соседи пиццерии жалуются на свинарник во дворе. Получи грант, реализуй идею. Стартовал конкурс для некоммерческих организаций. Министр обороны спустился с небес прямо к подводным лодкам «Севмаша». Здравствуйте. Вестник Северодвинска. Начинаем с главных событий. В студии Сергей Курбан. И напоминаем, что работаем для вас в прямом эфире. Сергей Шойгу в наш город прибыл, чтобы принять в боевой состав флота атомный подводный ракетоносец Юрий Долгорукий. На церемонии поднятия флага побывала и Анна Бибикова. Юрий Долгорукий – это головной стратегический ракетоносец 4-го поколения. Он был заложен на «Севмаше» еще в 96-м. Спустя 11 лет, в 2007-м, его вывели из цеха. Затем был пуск реактора, швартовные и ходовые испытания. Корабль совершил 20 выходов в море и провел стрельбы баллистической ракетой комплекса «Булава». А буквально через несколько минут его примут в состав военно-морского флота страны. Товарищ министр обороны Российской Федерации! Отчет на караул нашего прибытия построен! Начальник караула капитан Леонид Макеев! В торжественном подъеме Андреевского флага, который символизирует фактическую передачу корабля, принял участие и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. О приеме в состав военно-морского флота подводного ракетоноса он доложил верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину с центрального поста лодки по закрытому каналу видеосвязи. В конструкции АПЛ типа «Борей» использованы достижения, улучшающие гидродинамику корпуса и снижающие шумность. Флаг Гюс! Стенговый флаг, флаги рассвечивания, поднять! Аналогичное подобное событие происходило 30 лет назад, когда в 81 году был поднят флаг на головном заказе проекта «Акула». Ну, я напомню, что тогда, значит, предприятию был вручен орден Ленина в 84 году. Длина корпуса Юрия Долгорукого – 170 метров, максимальная глубина погружения – 450 метров. Скорость хода корабля – 29 узлов. Следующий уже серийный АПЛ этого проекта – это Александр Невский. Сейчас он проходит испытания в море. Владимир Мономах. Его вывели из цеха накануне Нового года. И князь Владимир, который заложили минувшим летом. Во-первых, то, что это впервые за 20 лет происходит. Во-вторых, это плановая реализация программы, государственной программы вооружений. А в-третьих, это то, что с этого момента начинается плановая реализация всей программы. И до 2020 года поступит еще 7 таких лодок. Эта серия атомных подводных лодок станет основой ядерных сил страны на ближайшие десятилетия. Именно они будут осуществлять боевое патрулирование в Мировом океане с целью исключить любую угрозу в адрес страны. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Под увольнение попали сразу 5 руководителей из числа сотрудников правоохранительных органов со всей области. Причина – отсутствие железной дисциплины среди представителей полиции. Не стало исключением и ОМВД Северодвинска. Проводить кадровые перестановки сегодня в наш город приехал начальник ОМВД области Павел Горчаков. Во-первых, он родился здесь, в городе Северодвинске. Он ваш, есть специфику. И город, и население, и коллектив знают хорошо. Цель визита начальника МВД России по Архангельской области в наш город вовсе не строгий выговор за недисциплинированность, а представление личному составу нового заместителя начальника отдела подполковника Виктора Филина. Ранее Виктор Иванович трудился заместителем начальника управления вневедомственной охраны Архангельской области по работе с личным составом. Естественно, необходимо будет присмотреться. Коллектив один из лучших в Архангельской области. Коллектив очень работоспособный. Сам я вышел из этого же коллектива. Фактически получается, что возвращаюсь. Ранее должность замначальника ОМВД по Северодвинску занимал Сергей Зуев, который в октябре прошлого года написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Тарифы на тепловую энергию для потребителей Северодвинска в 2013 году подниматься не будут. Соответствующее решение приняло агентство по тарифам и ценам Архангельской области. Это стало возможным благодаря переводу на сжигание природного газа ТЭЦ-2.
Напомним, в прошлом году ТГК-2 завершил основные работы по газификации Северодвинской ТЭЦ-2. Сегодня на сжигание природного газа здесь переведены все котлы. Это позволило в 2012 году снизить тарифы на тепловую энергию в Северодвинске на 6,5%. Кроме того, зафиксировать пониженный тариф и на весь 2013 год. Постановлением Агентства по тарифам и ценам для жителей Северодвинска тариф на тепло в наступившем году установлен в размере 1 121 рубля 51 копейки за гигакалорию. Стоит отметить, что в Архангельске цены выше – 1480 рублей 24 копейки за гигакалорию. Это связано с наличием на окраинах столицы Поморья локальных котельных, производство тепла на которых значительно дороже, чем на Архангельской ТЭЦ. На свинарник под окнами пожаловались нам жители одного из домов на проспекте Победы. Причиной неэстетичной картины стал общепит, который открылся рядом. Новые соседи умудряются не только накормить, но и испортить аппетит мусорной свалкой, которую вырастили прямо на крыльце. Это кафе открылось в декабре на месте сгоревшей когда-то провинции. Новые владельцы сделали ремонт и начали свою работу. Первые посетители не заставили себя ждать. Обратной стороной вкусных обедов оказался мусор на крыльце служебного входа. Мусор этот копится с конца года. То вывозят, то не вывозят. Вот данная куча уже где-то с числа 6-го не убиралась. Вот. Ходили мы в бар, в кафе теперь. Нам директора не показывают. Он, видно, отдыхал до 9 числа. Сказали, 9 придет и все разберется. Проблема скопившегося мусора заставила среагировать и управляющую компанию. По словам директора ЖКХ «Норд-1», в адрес кафе было направлено письмо с требованием убрать территорию. А у жильцов стал резонный вопрос, имеет ли фирма договор на вывоз мусора. Владельцем заведения оказался молодой человек. Он охотно объяснил причину случившегося. На сегодняшний день договор заключен. В связи с новогодними праздниками и, скажем так, предновогодней суеты, мы открылись в декабре, вовремя не было отслежено вывоз мусора. На сегодняшний день эта проблема уже решена. Мы приносим извинения жителям дома. И я уверен, что данная ситуация больше не повторится. Сейчас мусор убрали. Предприниматель также рассказал о том, что жильцы жаловались на вентиляцию. По его словам, сейчас проблему устранили. Правда, у жителей осталась еще одна просьба. Из-за особенностей дома им хорошо слышно, как на кухне отбивают мясо. Поэтому они просят персонал кухни готовить его до 10 вечера. Олег Савин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Реализовать социальные проекты и получить гранты до 100 тысяч рублей смогут любые некоммерческие организации. В рамках муниципальной целевой программы стартовал конкурс социальных грантов. Быть здоровой модно, тем более со здоровой грудью. Именно с таким проектом выиграла грант некоммерческая организация «Триединство» совместно с медсестрами 3-й поликлиники. Рак молочной железы стоит на первом месте в городе и стране среди онкозаболеваний. Проект «Модно быть здоровой» обучил около 30 женщин. Конечно, это очень важно, чтобы научить женщину самообследовать свою грудь, знать свою грудь и полюбить ее. То есть вот на это было направлено у нас занятие. Занятие было по 4 раза в месяц. Ну вот 3 группы мы обучили. В 2012 году подобных проектов реализовано 12. В нашем городе 204 общественные организации. Каждая нуждается в поддержке. Для этого 3-летняя муниципальная программа с бюджетом в 3 миллиона рублей поддерживает общественников конкурсом социальных проектов. Любая некоммерческая организация может выдвинуть свою идею на комиссию и получить на ее реализацию до 100 тысяч рублей. Помимо этого конкурса 12 мероприятий поддержат некоммерческие организации обучающими семинарами на социальные темы. Это круглые столы по проблемам вопросам. Это будет возможность организации и мероприятий научного уровня, так называемых конференций. И, естественно, будет предполагаться проведение целой серии мероприятий по объединению некоммерческих организаций, чтобы они могли выступать еще в партнерских взаимоотношениях между собой. Среди основных направлений проектов – патриотизм, охрана культурного наследия города и профессиональная реабилитация инвалидов. Конкурс проводится до 22 февраля 2013 года. После него стартует следующий, но уже для журналистов. В феврале конкурс «Социальный портрет» ждет работы от СМИ о деятельности общественных организаций. Марина Хохлова, Анастасия Рябченкова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.